Ставь лайк, если ты про, а с вами Найсик Бро. Я сейчас стою на арене, и эти людишки тоже тут стоят и ждут великой битвы Сиреноголового и Пилладжеров. Но это только первая битва, потому что у нас много битв будет, и неожиданно начался дождь, поэтому надо его отключить, weather clear, все готовенько. И что мы видим? Да, это Пилладжеры и Сиреноголовый. Он уже готов рвать и месить. Сиреноголовый — это по мотивам Тревора Хендерсона, то есть, ну, рисунок его. Вообще, он придумал его. И еще он теперь является SCP, ну, то есть, фанаты SCP захотели сделать его SCP-объектом. И его циферка — это 6789, да, если мне память не изменяет. Вот такой вот SCP он получается. Он большой, страшный, и у него вместо головы сирена, и страшные звуки оттуда идут, и еще он любит убивать людей, и он очень жуткий. Вот я ему притащил кучу пилладжеров. Пилладжеры, наверное, готовы, они стоят такие: ой, чё, что на нас там смотрит вот эта сиреноголовый, сдает свою сирену. Ладно, все, не буду томить, давайте сразу начнем смотреть вот эту вот первую битву. Это будет, наверное, что-то нереальное, мне кажется, поэтому пишем сет 0, и начинается битва. Воу, посмотрите, как он быстро их выпиливает, пам, а нет, он, кстати, не очень так и справляется с ними. Ну, то есть, они его мочат все-таки неплохо так. И нет, он все-таки раскатал их как бачка. Смотрите, он реально их сжирает просто за секунды. Да, это просто жесть. О, нет, он всех просто выпилил. Осталось три же бедненьких пилладжера. Но он очень быстрый, просто убивает всех. Он разгоняется до 160 км в час. И это очень быстрая скорость. В общем, Сиреноголовый выиграл. Кстати, если вы не поняли, здесь нет картинки пилладжеров, потому что как бы не только пилладжеры здесь будут драться, здесь еще кое-кто. Второй, кто посражается с Сиреноголовым и не побоится дать отпор, это Соник Суперсоник. Да, это реально Суперсоник. Он очень быстрый. Сиреноголовый тоже такой же быстрый, хотя Суперсоник быстрее в настоящей жизни, но здесь быстрее, к сожалению, его сделать не получится, поэтому он будет просто быстрым. В общем, ай, да ты что на меня тут нападаешь? Иди вон на Сиреноголового бей. Сиреноголовый, ты будешь вообще двигаться или что? Давай, при, туда. Не на меня нападай только, а вот на Суперсоника. О-о-о, все, он начинает, он убегает просто. Пам-пам-пам. О, вот это месиво. Посмотрите, Суперсоник реально сейчас попытается убить, но ничего не получилось. Суперсоник очень быстро слился. Это было печально, на самом деле, да. И похвально со стороны Сиреноголового. Он очень красиво его размотал. Ладно, убираем его. Теперь остался Голем. Голем реально сейчас может дать отпор Сиреноголовому. Потому что, ну вы понимаете, железяка или тонкий парень с костяшками вместо рук каких-то. Ну, согласитесь, Сиреноголовый, скорее всего, проиграет. Если нет, напишите в комментариях, может, вы думаете Сиреноголовый победить. Напишите вообще в комментариях, Сиреноголовый или Голем. Вот реально интересно, кто же победит. Посмотрите, Голем какой большой, мне кажется, он раскатает просто его в легкую. Ладно, не будем томить и сразу начнем. Мы будем смотреть, вот Сиреноголовый уже увидел этого врага. Стоп, Голем просто его толкает. Ничего себе, на 5 блоков целых отталкивает где-то реально, вот 5 блоков. И смотрите, Сиреноголовый пытается давать какой-то отпор, но не получается. Толстой. Голем пытается, ой, точнее, толкает его. Что? Что сейчас было? Как это? Жители, вот эти вот все людишки, они просто в шоке, кто здесь у нас есть. Патрик офигевает, просто рад, что выиграл Сиреноголовый. Все в шоке, думали, что все думали, что Голем выиграет, и здесь даже какой-то камушек, посмотрите. Вот это прикол, он как вообще смотрит? Эй, ты, житель, зритель. В общем, ладно, пусть смотрят, смотрите, каких много тут разных людишек. Кстати, вот здесь вот больше пилджеров всяких. Ну ладно, Сиреноголовый одержал победу в первой битве. Ну что ж, приближается вторая битва, и это битва бабушки Гренни. Да, как ни странно, она здесь тоже бывает. Она тоже пришла подраться своей дубинкой, хочет оконтузить бедного мороженщика, у которого и так мозгов ноль. Посмотрите, у него просто внутри ничего нет, это прикол. Смотрите, я прям в голове мороженщика. Ну ладно, отталкивает меня. Weather clear, конечно же, убираем погоду. И здесь у нас мороженщик против бабки Гренни. Ну вы уже видели это, поэтому все, можно начинать.
поиграть, в принципе, почему бы и нет, почему бы и не начать эту прекрасную битву бабушки Гренни и Мороженщика. Блин, реально, я вот думаю, кто же выиграет, ну, очень интересно, но мне кажется, они наравне тут, и поэтому реально нежданчик будет, если, например, выиграет... Нет, ну, точнее, что? Вообще-то выиграет тот, кто сильнее, а бабушка Гренни, мне кажется, сильнее и забитая, но они все равно наравне, потому что Мороженщик все-таки мужик, он может эту бабушку оконтузить неплохо так, потому что у нее как бы, ну, силенок мало. И, кстати, посмотрите, я открыл ворота, они не дерутся. Значит, что я что-то не так сделал. Сейчас подождите. Ну что ж, теперь они точно подерутся. Так, толкаем. Все, они друг друга увидели. О, нет, бабка Гренни уже дала ему по башке, и он немножечко в слабости. Ему, он очень слабенький из-за этого, не может нормально сражаться. Ай-яй-яй, больно, он кричит. Да, думаю, и бабка Гренни неплохо так получает урона от мороженщика. И они неплохо друг друга так избивают. Бабка Гренни такая: где мое мороженое, мороженщик? Ты вообще офигел? Давай мне сюда мое мороженое. Мороженщик такой: отстань, заплати сначала, я не буду просто так давать тебе мое мороженое вкусное. А бабка Гренни такая: слышь, у меня нет денег, я бедненькая, уже старенькая, ты, блин, наглый старикан. Да, вот такие вот у них здесь ругани, и они пытаются друг друга реально отконтузить и просто выиграть, и заслужить титул победы, кстати, самое главное. Кто же из них выиграет? Вот интересно, реально, посмотрите, мороженщик неплохо так дерется кулаком, когда бабка Гренни еле-еле бьет своим молотком, вот этим битой. Она, кстати, очень редко бьет по сравнению с мороженщиком. Мороженщик вот так: раз, два, три, четыре, пять, как боксерскую грушу просто ее лупасят. Но мне кажется, все-таки мороженщик проиграет почему-то. Вот прям у меня вот этот эффект, который на нем наложен, вот эта его пробитая башка, все вот это меня напрягает. Ладно, давайте смотреть. И пам-пам-пам, и еще пам-пам-пам. И мороженщик просто не может терпеть этого. Но нет, он отходит зачем-то назад иногда. Я просто этого не понимаю, но ладно, просмотрим. SCP здесь, кстати, вывески, ну, потому что SCP, типа, мне предоставило вот эти вот аренки, да, и вот такая вот битва из-за них у меня есть теперь. SCP просто такие дают мне всяких монстров, и я смотрю, но не только SCP же здесь дерутся, всякие еще другие мобики тоже могут прийти посражаться, подают кандидатуру и приходят. Все, смотрим, давай, ну кто же выиграет, реально, у них очень много хп, как мне кажется, либо у них слишком мало урона, мне вот реально интересно, что вообще важнее. Но мне кажется, бабка Гренни выиграла. Я так и знал, бабушка. Ты просто молодец. Вот такая седая вся ходит. Да, я победил. Я молодец. Я бабушка Гренни. Хо-хо-хо. Ну, в общем, вот такие пирожки. Бабушка Гренни сделала просто жесткую дробилку зубов ему своей битой. И победила бабка Гренни. Что ж, подводим итоги. За первые две неважные битвы, то есть не основные, вон там основная будет, за неважной битвы, что случилось? Выиграл Сиреноголовый сразу 3 битвы и при этом не умер. И во второй битве бабка Гренни одолела Мороженщика, хотя были силы равны. И третья битва. Cartoon Cat и Бенди. О да, это просто самая, мне кажется, чудесная битва. Думаю, все хотели бы ее увидеть. И как бы в названии это написано сразу было, то что Бенди против Cartoon Cat. Мне кажется, сюда все пришли только вот чтобы посмотреть. Вот самое главное, чтобы посмотреть эту битву. Остальные так, так сказать, подождать, посмотреть чуть-чуть другие, а потом приступить к главной страшной битве. И мне кажется, что вы реально очень хотите эту битву увидеть. Котик, ты, кажется, уже готов, да, Cartoon Cat, мой любименький? В общем, ладно, иди. Бенди с Cartoon Cat битва начнется прямо сейчас. Посмотрим, кто же выиграет, мне реально интересно. Все, давай, толкайся. Надеюсь, я не сильно тебя покоцал, братан, потому что я не хочу, чтобы ты умирал. В общем, все, начинается битва. Они стреляют с жидкой субстанцией, значит, первое, у нас чернилой стреляет, вот этой чернильной, этой, реально, жидкостью, короче, чернилами стреляет, а второй Cartoon Cat стреляет с жидкой субстанцией, вот этой черной. И мне кажется, все-таки это очень долгая битва будет, поэтому я думаю уменьшить им поле битвы. То есть я сделаю так, чтобы они нормально могли друг другу стрелять, и не по одной пуле вот так издалека. Все, сейчас я сделаю это. Вот такая вот микроаренка получилась специально, чтобы они могли нормально стреляться. И сейчас я поставлю Cartoon Cat. Давай, начинайте битву. Ребята, они начинают стрелять друг по другу. Посмотрите, просто пам-пам-пам-пам. Один стреляет чернилой, другой какой зеленый, черной субстанции, какой-то жидкой. И просто они пытаются друг друга, не знаю, что они хотят сделать. Наверное, чтобы у них из всех щелей просто вот эта вот черная субстанция лилась, они просто помирали от этого. У них случилось жесткое
жесткая интоксикация, и они просто поумирали. Weather Clear снова прописываем, а вы пока смотрите на битву. Да, вот такая вот она реально. Посмотрите, они просто друг друга спамят вот этой оружкой. Интересно, реально, кто застрелит кого. Все жители просто в шоке сейчас. Ну, не только жители, там всякие игроки просто стоят и просто в шоке вот с этой битвы. Посмотрите, просто как будто с пулемета просто стреляют. Посмотрите, один хочет от другого просто вот измазать в этой жидкости, чтобы они просто не могли двигаться. Они просто застыли в этой жидкости и просто ничего не могли сделать. Посмотрите, чего? Просто стреляют друг друга и все. И что? Что? Бенди проиграл. Реально, Бенди проиграл. Ты с чего, малыш? Ты как? Cartoon Cat выиграл, кажется. Cartoon Cat оказался жестче Бенди. Кажется, в 100 раз. Просто красавчик, Cartoon Cat. Ты снова победил, да, ты молодец. Очередной лидер этой, блин, битвы. Как обычно, выиграл Cartoon Cat. Достал уже выигрывать. Когда Бенди выиграет, я не понимаю. Ладно. Ребят, ставьте лайк, если реально вам понравилось это видео. Всем пока-пока.